Мама, доброе утро! Бет, привет! У кого-то сегодня день рождения! Ты сделала мой любимый торт? Конечно! Поздравляю, малышка моя! Тебя так люблю, мамочка! И я тебя, крошка! Было так классно! Это мой лучший день рождения! Да ладно уж, это просто парк аттракционов! Давай, беги спать! А завтра я стану еще на день взрослее! Скорее бы стать совсем взрослой! Что за черт? Что за девушка? Милая, ты чего кричала? Кто вы? Куда вы дели моего ребенка? Элизабет, где ты? Мам, это я! Что вы несете? Вы не в себе? Куда вы дели мою 5-летнюю дочь? Я вызываю полицию. Мам, это я! Вчера мы были в парке, и ты еще угостила того бомжа мороженым. Я сама ничего не понимаю, но это я! О, господи. Доктор, скажите, что это? Я знал лишь один такой случай. Мне так жаль, мисс. Что? Почему? У вашей дочери редкий дар. Ее возраст всегда будет меняться. Завтра ей может стать 40, а послезавтра 6. И что с этим делать? Должно же быть лекарство, хотя бы что-нибудь. Извините, ничего нет. Доктор, а когда мой возраст поменяется снова? Этого я тоже не знаю. Ты можешь быть в одном возрасте неделю, можешь месяц, можешь день. От чего зависит, я не знаю. А кем был тот человек, у которого тоже этот дар? Моим сыном. У моего сына так уже 15 лет. Если бы я знал, как вылечить это, я бы не страдал 15 лет. Мне 16? Как же давно я не была такой молодой! Мам! Что такое, милая? Мне 16! Сегодня мне 16! О, наконец-то! Я так ждала этого дня! У меня для тебя сюрприз! Какой? Я договорилась, чтобы тебя взяли в школу! Я ждала, пока тебе станет меньше 18! Что? Я пойду в школу? Да, иди собирайся. Но помни, ни к кому не привязывайся. Уже завтра тебе снова может стать 5 или 55. Тут так красиво. Неужели я в школе? Эй, ты новенькая? Я Сара. Ты чего такая счастливая? Я просто так рада быть здесь. Я Бет. Кто-то рад быть в школе? Ты явно не в себе. Ладно, поболтаем после урока. Садись со мной. Сара, а почему тот парень так на меня смотрит? Кто он? Это Мэтью. Он в школе всего 2 недели, но в него уже влюблены все девочки. И ты первая, на кого он так смотрит, кстати. Будь с ним осторожнее. Он идет сюда.